Как человек должен понять, что это его город? Где он должен его искать для себя? Угу. А ответ такой мы слышим. Слушайте сердце. Слушайте сердце, потому что закон трансцендентный гласит, стучащему откроет дверь, просящему положит хлеб в руку. Это закон. Мы не знаем, как он работает, но он работает очень хорошо. Если ученик не готов, гуру придет сам. И в сердце вы просто почувствуете этот ответ, услышите сами эту уверенность. Вот мой гуру. Почему? Потому что все, что он говорит, я хочу делать, я буду делать. Это вот решимость, уверенность возникает, просто слушая гуру. В сердце такая вот решимость должна появиться. Прежде, сначала мы хотим искренне, искренне это желание иметь в сердце, иметь гуру, и потом происходит это. Это первое. По-другому мы не сможем найти гуру, потому что если мы пытаемся испытывать, хотя так тоже бывает, испытывать гуру, испытывать нужно. До посвящения гуру нужно испытать, послушать и задавать вопросы, иногда даже каверзные, или не соглашаться, что если мы что-то не понимаем. Гуру должен прояснять все это. Один человек Прабхупаду испытывал 6 лет в Индии, индус. Он говорит, я бизнесмен. Я, говорит, я знаю, как вот испытывать это, искать слабые места в человеке, где его разгневать, раздражать, я знаю, как это делать. Вывести из равновесия, так я могу узнать что-то о нем больше. В мире бизнеса это целое искусство общения. Есть своя политика. Я, говорит, то же самое, говорит, делал с ним. Приходил на лекции, и вот такие вот вопросы с подколкой и так далее, ожидая, что он выйдет из равновесия. И говорит, за 6 лет я понял, что его невозможно вывести из равновесия. Этот человек владеет чувством полностью. Я принял его как духовный учитель. Но ему 6 лет понадобилось испытание. Но это долго, конечно, 6 лет, слишком долго. Другие принимали мгновенно иногда, когда видели его в, как бы, в такое, как бы, в сиянии, так скажем. Быстро принимали, чувствовали эту связь. Гуру есть два проявления — Вани и Вапу. Вапу — это физическое присутствие, а Вани — наставление. Вот наставление более важное, чем физическое присутствие. Даже когда гуру уходит с планеты, наставления остаются. Ученик следует наставлению.